Greetings. Greetings. Пам-парам-пам-пам. Сейчас звук, по идее, должен быть. Почему-то микро у меня не срезонировал. Сефе, ты слышно? Ура! Я уж боялась так. Есть такая штукенция, стримбустер называется. Хотелось бы ее попробовать, она типа отображает свой стрим. Для домашних пользователей. Так. Заранее извиняюсь, если я, возможно, буду часто сморкаться или чихну. К сожалению, произошла вещь, которую я... Ай, блин. Которую я так боялась. У меня случилась аллергия. Да. Так, на указанном канале это странно. Что-то на Ютубе не начинается трансляция. Так, окей. Ну-ка посмотрим. Нет, не началась трансляция. Очень странно. Так. Ноль стримов без ситуации. А чё ты хотел, чтобы не было ситуации, что ли? Хорошо, я попробую еще раз запустить на Ютубе. Прикольно. На Ютубе нифига он не идет, а замечательно. Что ж, сегодня без Ютуба получается. Рамтечу заранее извинения. Так. Так. Ну что ж.
Заодно помянем чат рестримбота в Дискорде. Ладно, не будем на этом заострять внимание, мы же хорошие. В принципе, пора уже начинать. Ну ладно, еще пару минут подожду. Вот это сейчас мне вообще не нравится. Будь ты здорова. Я пытаюсь. Ой-ой-ой. Прикольно, мне ведь несколько минут назад было лучше. Да, боже мой. Что ж, ладно. Можно переходить, в принципе, к рисованию. Так, на это пока что не обращаем внимания. Тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю, commercial break. Нарисовать на этот раз. Так. У нас тут есть сережки, которые тоже двигаются. Их тоже надо санимировать, так сказать. Так, где, блин, окно анимации выходит? Оно, вот оно. Вот так анимация это выглядит. Теперь мы так вот делаем. И теперь нам надо нарисовать цвет этих сережек.
Так, 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 так. Конечно, надо создать первый кадр какой-то, я блин. Та-т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 а
Нормальненько, я думаю. Да нет, это не уж сильно больно сконтрастирует со всем остальным. Так что надо как-то побледнее сделать, наверное. Так, коррекция. Так, ну вот, как-то так. И теперь мы просто будем подвигать сторону. Которая нам будет говориться, так сказать. Да, я знаю, это звучит странно. Так. Так, снова подвигаем. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. И снова подвигаем. Та-ра-та-та-та-там. Па-па-ра-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па. Я тогда проверю, так, стримит оно хотя бы на Трово или на Пикарта, блин. Так, стримит. Или стримит. Ну хоть это хорошо. Па-ра-па-пам.
а почему оно не стримит на Ютубе? Я так и не поняла прикола этого, короче. Так. Ладно. Так, ну что, посмотрим, что получается. Ой, Рози, а что ты тут делаешь? Это даже так прикольно получается. Пам-парам-пам-пам. Так, у нас есть еще одна часть, которая у нас двигается. Да. Ее тоже надо бы сделать. Так. На-на-на-на-на-на-на-на. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, вот эта часть все-таки, я думаю, будет неподвижной.
Та-дам-па-пам-па-пам. А, сейчас смотрит трое человек, ничего себе. Hello, guys, how are you doing? Ой-ой-ой-ой. Все время сопливлю сейчас, потрясающе, блин. Так, ну что ж, теперь перейдем к основному. Так, окей. Так.
Так, не надо тут мне лагать и что-то там загружать. Не надо вот это вот мне, пожалуйста, Clip Studio. Не пугай меня так. Так. Так, а что это за песня? Я уже не помню. Оу. Окей. Так. Не, ну звук такой очень даже альтернативненький, наверное. Ой, блин, это звучит так глупо. Ай, блин, да шо ж ты не... Так. Там-парам-бам-бам-бам-бам-бам. И... Так, это тогда будет 5-й кадр, да? Я вообще, я уже не понимаю, что где находится. Так. Так, красный это, по идее, кадр, на котором я сейчас нахожусь. Фу! Фу! Ой-ой-ой, сорян. О, блин, у меня платки закончились. Классно. А я же сегодня в магазине смотрела на пачку салфеток. Хотела ее купить, но нет, блин. Ой. Блин, знаете, что обидное? По идее, bless you, thank you. Мне вроде как аллергия на амброзию, она, по идее, цветет уже раньше, еще в июле. А у меня никакой аллергии в июле не было, я такая подумала, а вдруг меня пронесло, там таблетки помогли. И что-то мне кажется, что нифига. Симптомы пока что слабые, но мне что-то уже страшно, что все станет хуже. Так, ой. Ой, а нет, я правильно ввела. Я правильно ввела. Вела. Так.
А здесь уже будет в обратную сторону. Так. Итак, наш прозрачный скетч убираем. Смотрим, что получилось. Так. Ну, местами, мне кажется, надо линию потолще сделать. Мне кажется, маловато. Мне просто мешали линии скетча. Так ее можно посильнее сделать. Да, мне это, конечно, будет весело, если станет мне похуже, тогда стримы будет вести очень тяжело. Не говоря уже о том, что меня опять, блин, приглашают на озвучки. Я очень, конечно, надеюсь, что нос мне позволит ими позаниматься, но что-то я не даю себе таких надежд. Па-п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 а
и смотрим. Так, вот. Неплохо, конечно, но... Немножечко деревянная, но... Я не сильна в анимации, не занимаюсь ей особо, так что я, пожалуй, прощу это себе. Возможно, когда-нибудь у меня выйдет лучше. Так, еще посмотрим, как это в целом выглядит. То есть у нас тут три анимированных элемента. А, в принципе, нормально, я думаю. Да, конечно, могло бы быть и поплавнее, типа волосню сделать как-то медленнее, но... Ну что ж, первый блин, как говорится, комом. Блин, по-моему, у меня сейчас ощущается назальный голос, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Сорян, короче. Добрый день, рябник. Привет, привет. How are you doing? How are you doing? Хотя для меня уже это вечер, если честно. Ой. Глотнула сополей, блин. Так, ну что ж. В принципе, основное такое здесь сделано. Теперь надо заняться какой-то постобработкой. И штука, которую, ради которой я изначально это делала, это вот эта вот рамочка. Да? Мне как бы тоже надо ее задизайнить. Ну, я про весь день говорю. Окей.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что ж, так, тогда надо тоже рамкой заняться, короче. Так. Что мне сначала надо сделать? Наверное, мне как-то надо сгруппировать все эти элементы, чтобы я могла их спокойно убрать. Так. Так. Скетчи я могу от них избавиться. Так, я их просто вот так вот, блин, спрячу. Да. Прячу, короче. Это песня без комментов, да? Так, окей. Я. Ну тогда она не добавится. Это те самые, которые не хотят, чтобы их встраивали. Так, окей. Greetings. Добавлю-ка я тогда, ну, такой типа. Слой заглушку. Чуть-чуть и перемещу. Так, окей, 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 окей. Хотелось бы мне воспользоваться вот этой немного акварельной. Так. Ту-ту-ту, ту-ту-ру, ту-ту-ру. Greetings. Так. Ой. Так, нет, я немного понижу. Так, мне надо сделать ровно, сделать ровно. Для этого, наверное, мне надо воспользоваться все-таки грёбаной сеткой. Так, грид. Так, где-то тут есть штука Snap to Grid. И так, вот она. Ой, нет, она мне тут, скорее всего, не помощница. Так. Нет, можно все-таки побольше сделать.
Так. Теперь. Что другое, что ничего не выделяется, не понял прикола. Так. Я знаю, что сейчас в моих действиях нет никакого смысла, но он появится. По крайней мере, я надеюсь на это. Greetings. Так. Теперь мы займемся фигню полной. Не, наверное, все-таки потоньше кисть надо взять. Самогус. Am I right or am I right? Бам-бам-барам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Начинаются заказы, заказики, заказики мои, заказики. Ха-ха-ха.
Так. Так, сетку можно убрать, потому что из-за нее нифига не видно. Так, и можно что-нибудь подправить-то. Было бы неплохо. Я не на том слое уже это делаю, конечно же, блин. Блин, мне не очень нравится, что в Clip Studio, конечно же, можно вот по симметрии это и рисовать, но когда ты стираешь, допустим, одну сторону, то другая сторона не стирается. То есть стёрто что-нибудь на одной половинке и такое, ну классно, сейчас буду рисовать что-то другое, а на другой стороне, блин, осталась эта фигня, ее тоже придется стирать. А если надо стереть много, или если линий симметрии много, то тогда придется, блин, искать, а где, блин, остальную херню стереть-то, собственно говоря. А что делать? Помогите. Так. Тут была ж еще одна хернюшка, да?
Так, и вот этот слой я тоже продублирую, и я, наверное, на нем тоже сделаю такие типа варильные следы. Тоже сделаю немножко размытие. Парам-пам-парам-пам-парам-парам. Бумс, пада бамс, баба бада баба бамс. Окей, Гугл. Нормально, блин. Так, как это выглядит тут? Так. Там реально сказали окей, бумер, что ли? Йоу! Бумер окей. Надо подумать над фоном. Что-то такое. Я, честно говоря, хз, что бы на фоне такого сделать. Я в фонах, блин, нифига не понимаю. Ну-ка, если... Нет, что-то
сюда форелька не очень подходит, если честно. Так. Ой. Да, куда я все киваю-то, а? Ну что ж, попробуем теперь сделать облачка. Неплохо, в принципе, получается облачко. Так, наверное, я посмотрю, блин, в своем же телефоне облака. Чтоб какой-то реф был. Так. Окей.
Ba-bam-ba-bam-ba-bam-ba-bam. Так. Так. Кладываем все сюда. О, май. Навести суету. Точнее, какой-то текстурки добавить, наверное. Как это смотрится? Хотя, может, чего-нибудь другого добавить? Я не знаю. Так, ну-ка добавим тогда вот такого вот фиолетовенького больше. Marina and the Diamonds. Так. Я ее Hermit the Frog просто переслушала раз 100, наверное. Dreaming.
Так. Так, ну-ка посмотрим, какие можно финтифлюшечки добавить, так сказать. Парам-парам-парам-парам-парам-парам. Как тебе треки? Ну так, нормальные. Не в моем вкусе, но нормальные.
right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown, cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Ooh. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut. And then так, не, наверное, мне все-таки надо как-то позаметнее сделать этот. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, Пикарто что-то закрылся и переподключился. Эх ты. Да, сейчас я пользуюсь этим плагином для OBS, который позволяет на другие платформы выводить, но он как бы потребляет, видимо, хорошо интернет, так что такие закоски могут быть. Но я все еще не понимаю, почему он на Ютубе не захотел стримить вообще. Странно очень. House Party Part 1 is available now to download and stream online. And you're officially invited to the House Party World Tour. Get your tickets and RSVP at ToddrickHall.com. Что? Отличное название клипа. Дом предлагает выучить немецкий. О. Как скажешь, Дон. Так, окей, окей, окей. В принципе, можно даже сказать, что вся эта эпопея готова. Я еще хочу вот здесь сделать текст, типа стрим старт, но я, наверное, сделаю его уже в другой программе, потому что работа с текстом Клип Студио, она довольно неловкая, если честно. А так-то, в принципе, штукенция готова. Так. Я начала один скетч. Наверное, можно, в принципе, его и продолжить.
Так. Сорян. Ой, блин, что я делаю и так? Я не то хотела. Я хотела, чтобы типа у нее в волосах звездочки были. На 55 наносит удар. Все швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Ты лузер, шавка, шваль. Ты дешевка, шавка, шваль, баль. Ты лузер, шавка, шваль. Лузер, шавка, шваль. Все серьезно? Как все серьезно прям. Что происходит? Ты весь не настоящий. Какая же ты дешевка. Ты трусливый чертик. Моментальная блокировка. Ты пойман за руку, как вор. Ты врал, подлец, врал. Умей проигрывать достойно. Проиграл. Я с... Здрасте. Привет. Привет, Армтеч. How are you doing? How are you? Уничтожаю. Ты лузер, шавка, шваль. Ты дешевка, шавка, шваль. Ты лузер, шавка, шваль. Лузер, шавка, шваль.
Шапка шваль, ты дешевка. Шапка шваль, валь, ты лузер. Шапка шваль, лузер. Шапка шваль. А потом я над тобой надругаюсь. Ту-ту-ру-ту-ту. Так, а это что за песня? А, это Марина. Мне эта прическа вообще не нравится.
Так. Пам-пам-пам. Можешь понять, что не так, а я вижу, что не так, но почему понять не могу. Ну, это тоже не всегда получается у меня понять, что не так. Что я делаю вообще? Ну, кажется, это мой плейлист начался. Можно музычку заказать. А, можно. Но на Твиче только. Трова, ну не лагай хотя бы ты. Капец. Так.
Так. Так, так, сас, пасас. Та-за-за-зас. Так. Сорян. Так, ну и, наверное, вот эти две песни, и все, я буду заканчивать. Сегодня у меня мало энергии. Так.
Блин, перестань лагать. Так. Да где моя гигиеническая помада, ёлки-палки? Так, ну, в общем, спухим и сухруним. Сейчас я покажу, как в итоге получилась заставка начальная стрима. Так. Такая вот она у нас. А вот и анимация. Вот как-то так выходит. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну, значит, на этом можно уже и заканчивать. На этом, в общем-то, и все. Ла-л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 а. А, ну, к счастью, аллергия у меня не очень-то сильно проявлялась. Блин, я надеюсь, что у меня не ухудшится состояние. Все уже. Ну да, и у меня энергии сегодня мало.
как-то быстренько. Как-то вот так, да. Ну тогда пока. Да, спасибо всем, кто смотрел этот стрим, кто общался в чате, кто заказывал музыку. Увидимся, ну, скорее всего, в субботу, может, в пятницу еще постримлю. Ну, а так, скорее всего, в субботу. В общем, спасибо всем. Стрим окончен. Пока!